Одна из основных проблем населенного пункта, говорили на встрече, необходимость отвода ливневых стоков. Село Дзержинское расположено у подножия Карантинской горы. Во время сильных дождей мощные потоки за считанные минуты размывают все улицы старой части села. В прошлом году на участке трассы Тирасполь-Каменка у села Дзержинское провели капитальный ремонт с расширением дорожного полотна. Были установлены лотки для отвода ливневых вод, но последние дожди показали, их недостаточно. Село по-прежнему подтапливает. В результате последних дождей улица Уральская, дороги уже почти можно сказать, что нет. Люди надеются, что все-таки вопрос будет решен, потому что затапливает очень много домов. Еще одна из злободневных тем – теплоснабжение. Изношенные сети и котельные с устаревшим оборудованием не позволяли обеспечивать горячей водой и поддерживать нормальный температурный режим ни в школе, ни в жилом секторе. В этом году эта проблема будет решена. Вложили мы в это село 1 700 000 для того, чтобы сделать нормальную котельную, поставить нормальное оборудование, которое будет нормально работать. Кроме этого, провели полностью гидравлические испытания, поменяли все трубы, где какие порывы были. В этом году мы меняем котельную, здесь будут более мощные котлы, более продуктивные. В ходе встречи был поднят вопрос ремонта системы канализации в 16-квартирном доме по улице Совхозной. Более 50% жильцов – пенсионеры. Отремонтировать канализацию за счет собственных средств они не могут. И у сельсовета, на балансе которого находится дом, таких денег нет. Представители госадминистрации обещали изучить вопрос и содействовать его разрешению. Что же касается отвода ливневых вод, то сразу после встречи специалисты дорожного участка выехали на место и приняли решение о строительстве дополнительных ливневых отводов. Эти встречи, конечно же, большое значение имеют, поскольку люди через них доносят свои насущные проблемы. И, конечно же, многие из них по возможности будут решаться в оперативном плане. Наталья Цыку, Анжела Каранчук, Надежда Поерели, Семен Баланко, Первый Приднестровский телеканал.